Я же удалю эту трансляцию, понимаешь? Я не хочу, чтобы это видел никто вообще. Осторожно, внимание! Внимание, внимание! Играют женщины! Опять звонят. Да, да, Серж. У меня интернет эту запущен. Да, да. Не, потом я не буду. Давай, Серж, давай целую. А. Пена! А! Сейчас, погоди. Иди сюда. Чего? Я тебе, хочу подарок сделать. Скоро же у тебя день рождения, 13 сентября. Ну да, и шо? На, это тебе потом выпьешь. Спасибо. Пожалуйста. Так. Валера, мы летим. Батуа, ты тут-то? Тута. А я не тута. Ты вот сюда писнул? Смотри. Не, я не писал, а фанту наливал. А, нормально. Так, Валер, давай, какую тактику и какой придерживаемся? Просто пасеком крепим там пиздец на клык всем. Угу. Да. Просто их надо ставить на то место, на котором они всегда. То есть на жопу садить. В чем мать родила? Я как бы, честно сказать, я бы и сам бы их похлопал, а ты так чисто патроны подносить будешь. Ага. Я хочу, чтобы ты именно в этой катке обращался ко мне как к прапорщику. Ага. Да. Хлеб Бородинский тебе о чем-нибудь говорит? Я хочу, чтобы ты обращался ко мне как к прапорщику. Слушай, а сколько Семирону лет? 40 есть, нету? А я не знаю, брат. Ай, блин! Бату, блядь, иди сюда! Блядь! Сука, сын говна, блядь, в доме убивает! Помоги мне, лысый хуй! Быстро беги! Беги, брат! Да, 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 да! Поднимай! Поднимай! Рекомендую, пацана. Блядь, подними меня, не надо меня относить! Относить! Да подожди, нас здесь машина собьет. Я понял, хпшка на издержке, быстрей! Все, считайся. Сейчас будет драться, смотри, дерется. Ну-ка, не надо бросать. Видишь, там машина приехала, блядь. Нас бы отпи***ли там машина. О, спасибо, брат. Все. Все, гойда пошла. О, привет, я пи***ли тебе дам. Ебать, идет челокос. Челокос идет лютейший. Все, пацака покрепил сейчас. Челокос. СМР, РСК, ДРК, братан. Брат, я вижу... блядь, спасай! Блять, братика, ебут, надо идти на крик помощи. Сейчас, братишка. Ты где, говори, на первом, на втором, на первом? На первом, на первом. Понял, шаверма. На лестнице. На лестнице клетки порвали, пацана. Жесть, прям дырочку раздребили. А, я вижу сын матери, он здесь. Я его убил, как женщину. Второй осторожно, шок, как... там машины ездят. Я понял, я нюхал гадость. Я к тебе поднимаюсь и тебя рекарнирую, братишка. Иду, иду, иду. Да. Я за руль. Ты за руль? Да. Потому что я сильно езжу. Блядь, ты дурак! Блядь! Ёбаный рот! Ну как так, сука? Нахуй ты своего пацана, ёбала! Пиздец, блядь! А нахуй ты, блядь, сказал? Я за руль, блядь! Потому что я, блядь, одесса, чтоб убивать людей! А ты меня стрелять буду! Твой рот, сука! Я тебе говорил, что все высыпи. Пена, блядь. Я говорил. Мразь, блядь. Нахуй ты вылез? Нахуй ты хуярил, когда человек стреляет! Ты убил пацана своего? Ты, блядь, за руль сел, но хуя стрелять, чтобы, блядь? Я ехал, хотел, а потом перепрыгнул, чтобы убивать! На третью кнопку! Пиздец, мы нахуй
тащили, а ты как всегда умер. Все как всегда, все испортит. Жаль. Я ради науки может, работал. Еще раз в Outlast или еще чего-нибудь поиграю. Поиграй с моим яйцом правым, которое не жалело. Все верно, батя, не слушай нас, и мы скоро увидим, как ты будешь хлюпать и проситься назад к Саше или подмазываться к деду деньгами. Предпоследний этап пройдем, скоро дед пошлет тебя нахуй, Кити, юрист. Не, пацики, знаешь, я тебе так скажу. Не во мне дело. Это в них дело. Дело не во мне. Но мне все равно, никому ничего доказывать не собираюсь. Потому что ты стреляешь очень нет, нежно. Если от всех вокруг воняет говном, может ты сам обосрался. Да, и так тебя, я про это и говорю, Никита, братишка. Саша, я ж про это и говорю. Вот. Они же меня обижают. Они же меня оскорбляют и обвиняют. Ко мне Валера, претензии. Ничего, что тут, блядь, стоят, у меня к тензии нет. Ты можешь убить, блядь, зомби, блядь, распи***ться! У меня к ним претензий нет, это у них ко мне претензии, понимаешь? Это они воняют, а не я. Или он там, кто там, я не знаю даже про кого ты говоришь. Чрезвычайное происшествие. Я сейчас быстро передерну. Чрезвычайное происшествие. Заберу то, что здесь. Какое тебе сервак, чучело? Червак! Ты сука! Ебаная, блядь! Ты шо, сука? Блядь, короче, сейчас выйду, блин. Я выхожу, смотрю, ты уебище, я здесь, хуя! Батош, сиди так, там, я сейчас тебя выручу. Ему. 0-0, сейчас я их убью. Брат. Лежи, брат. Лежи, брат, лежи. Вылазь, брат, ко мне, быстро. Мы горим. Блять, горим, брат. Сюда, брат, вылазь. Брат, я еду. Брат, я за тобой, блять. Брат, садись, блять. Пизда. Братишка, лежи. Блять, ты умер. Ёб твою мать, за тебя, брат, я буду рубать этих тварей, блять. Брат, я видит Бог, я отомщу за тебя. Блять, техника горит. Блять, пересядка. Братишка, держись. Давай, брат. Это я не прощу. Патроны. Я хочу на эту технику. Она сильная. Она без бензина. Блять, она без бензина. Мама. Я хочу картезина. А, суй! Сейчас, 7.62 есть в количестве? Да. Понял. Твой трубчик? Да. А, ну пососи мой залупчик. Ай, блядь, я хуй. Чрезвычайное происшествие, собака, циркумфлекс. Ёб твою мать, блядь! Чрезвычайное происшествие. Валера, а почему в чат отправляют 2 яйца, 0, 2 портфель? Потому что они думают, что они выиграли, понял? И они сейчас радуются. А пососать они не хотят. Спросил ты их, попроси, попробуй. Они сосали. И все, что сейчас случилось, это, сука, не они нас выиграли. Вообще никто из них. А они вообще ноль здесь. Сладкий, что это за секси-мальчик с тобой тут, а? Да он так секси там. Там я тебе потом покажу, Зай. У него лысая голова, там от секса уже было все, была мощь вся пропала. А у них не будет доступа. Они думают, что они сейчас играют со мной, а они сами себе хуже делают. Они даже не смогут тогда за зомби зайти. Алина Сухачева, пошла нахуй, шлюха. Уйди отсюда. Уйди нахуй, сказал. Звонит мне. Писа. Зайка, люблю тебя.
Да они там школьники все, дурачки, спеца. Да ты знаешь, я ж нет, малышка. Ну все, все, мой пузик. Люблю. Да. Сережка звонит? Серега за***л, звонит в третий раз. Старый Небуянь, побереги здоровье, мы же волнуемся. Море волнуется раз! Три чпи***ас! Сейчас. Алло, здравствуйте. Это ж, как это вообще, да, вообще никак. Ладно. Я понял, да, Сереж. Ага. Я понял, да. Все. Кого? Алина Сухачева, шлюха. Алина Сухачева, шлюха. Валера, привет. По работе звонили? Не знаешь, знаешь, как задонатить бабе. Я просто нигде не могу найти его донатионалис. По работе звонили? И, кстати, алло, 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 слышно? Выплачем. Да-да, по работе тебе звонили. А что, слышно было? Прости за мой пиздец. Не-не, ничего не слышно. Серега просто звонил. Мне не дают тёлки, ну, и да. Самоутверждаюсь на твоём стриме. Что, реально слышно было? Да не-не, шутят. Не собрались как-то старый лысый седой, это на вкус няшки вам с батей. А шо вы скачали арбуз? У меня сильно писька чешется, ну, прям чешется. Ну, а как вам в команду зайти? Собрались как толый старый сет. Товарищи, ебать, сука. Это они, быстро, сука, иди посуду мой, че за фигня? Че правда слышно? Прям все было слышно, да? Ну, это... Сука. Алла, Алинка, че делаешь? Можешь через минуту покричать в трубку. Типа у нас посуда грязная, а я телефон к микрофону поднесу, ну вот, чтобы забайтить на донаты. Да давай запш, все я иду. Начинай кричать. Челокос. Похилься, дай тебе аптечку. Не, меня нету! А, да, давай. Держи. Сейчас. Если ты думаешь, что я женатик, тогда ты космонавт. Давай теперь мой выход. Прикрой. Блядь, да как так, блядь? Ты нахуй я вышел, скажи. Значит, зачем ты это сделал? Для чего? Я ж тебе сказал прикрыть. Понимаешь, что это уже все, это уже все. Позор. Дедушка, а тебя опрыскивали сегодня, а? Я ж удалю эту трансляцию, понимаешь? Я не хочу, чтобы это видел никто вообще. А зачем ты вышел из дома? Я вышел, чтобы открыть огонь, а ты должен был прикрыть сзади спину. А я бежал тебя прикрывать. А ты тебя бежал? Уже... Прикрыть это значит занять позицию и следовать прицелом за человеком, который вышел в штурм, понимаешь, блядь, а не бежать сзади него. Ладно, да. Читаемость чата у тебя нулевая, так что скажу, что на нулевая? Следующий можно выиграть 7000. Во, братан, ноги, спасибо, ноги Николас. Так, все, сейчас я тогда сяду, сейчас попрет. Все, спасибо. Ну все, сейчас точно попрет. Оно вот это всем зяблам, которые это слышат, уже у них тоже уши болят, как у меня. Ту хуйню, блядь, твою слышу. Слышишь, так что ты терпишь? Дай ему в ебаник и все, как я, помнишь? Так тебе пизды дали, ты заплакал. А, так... А. Заткнись лучше. А, там еще один стыдмап тебе, блядь. Мне сейчас будут ебать, по-моему, братик. Залазь.
блядь, Батуа, помоги мне выжить в этой схватке, блядь. Мама, мама, мне в жопу, о боже, у меня в жопе какашечка, блядь, я шо, дурашечка, блядь, Батуа, сука, ёбаная, блядь. Блядь. Помоги мне, я ебаться хочу. У меня села, сын дерьма, за руль сел. Батуа, помоги, пожалуйста, видит Бог, я не хотел. Ты дал лучше место отдай мне, иначе ты умрешь, ты понимаешь? Я убью сейчас. Просто оружие, блядь, ебать, ну ты понимаешь, как? Я тупил. Ну как, ну оружия у меня нету, блядь, ну как? Как им кверху? Сука, ты смотри, что делается, а? Тварь такая, ни стыда, ни совести, падла. Он взял просто и увез меня. Просто меня взял и увез, просто, сука, даже не спросил. Братик, ты где? Я не буду говорить, где... Ты должен сесть на технику! Если твоя мать кто? И приехать туда, где я. Не слышу. Как минимум. Брат, они тебе пока ничего не слышу. Сын матери меня увозит за край карты. Не слышу. Ничего страшного. Долбать, останови машину, быстро останови, на чем мрёшь. Останови, последний я предупреждал, я тебе сказал, быстро остановил. Останови машину, бегом. Останови машину, подлец! Скажи, что по IP забанил. Я сейчас твой IP-адрес фиксирую, долбаный, я сейчас тебя забаню. Дед, во-первых, с ДНМ рождения. Спасибо, а Манал. Во-вторых, секс Манал. Как ты вывозишь стримить по 8 часов целую ночь? Это же физически и морально сложно. Так он моральный урод. Я вообще-то стримлю по 12 и больше часов каждый день почти. То, что у меня привычка к этому. То есть стримить постоянно, без этого мне плохо. Просто нравится мне то, что я делаю, то есть проводить время с вами. Ты где? Почему я должен, сука, ехать, сейчас, с кем пойми попало, когда ты бегаешь и патроны хапаешь? Да куда я хапаю? Я пытаюсь тебя догнать. Я на чем? На ходу ногами своими. Пусти маленькими, блядь, короткими. Старую. Блядь. Крик помощи. Ебать, он меня машину привез, он хороший зябл. Прикинь, меня зябл спас. Видишь, есть добрые зяблы, оказывается. Есть добрые зяблы. Да, не все хейтеры. Видали, пацаки? А вы говорили, что... Ага, вот, пожалуйста. Спасибо, брат. Спасибо, брат. Валера, 7 тысяч. Считается. Что 7 тысяч на кону. Зябл в деле тоже. Да. Зябл, напишешь свои данные, я тебе косарь скину. Если выиграем 7 тысяч. Зябл, судили. Да. Зябл в сделку входил. Все, брат. Дедуль, набивай. Это я тот самый зявол. Точно? Да, это точно я. Да, да, ты. Вот номер карты мамы. Привет. Привет. Дедуль, садись ко мне, типа. Не надо никуда. Бля, Батуа, тут прессинг идет. Выходи, аккуратненько. Садись, перед тобой, дед. Перед тобой садись. Вот, желтая машина. А Батуа, тут прессинг идет, прессинг! Батуа, прессинг, я под прессингом! Залезай, дед, нахуй не было. Сюда. Батуа, бляха, муха, потом окончаю. Сука, меня убил, козел. Вылезай из машины, забегай в дом. Да, блядь, смысл в дом забегать, там нужно уезжать. А, блядь, ты не зайдешь там в машину. Мы хуй знаем, где от зоны. Ты выбегай. И сюда, ко мне на дырчик. В машине человек. Да ладно, на. Как он там появился, если я в ней сидел? Брат, меня выебали. Сын матери как-то перехватил инициативу рулевого управления. Охуеть, я умер как женщина. Ты умер? Я умер, я тебе сказал, блядь. Почему, когда я говорю, выйди, ты не слушай? Потому что ты сидишь, сука, крыса там и хапуешь. Вечно ему, блядь, мало этих ингредиентов, патронов, блядь, амуниции. Ты последние пули должен выстреливать, блядь. Чтобы по дому восполнять их, а не наполнять их, блядь, чтоб консервы не всегда будут и есть, и должен а ты лишь... скажи мне, я виноват, что ты как, сука, конченая, блядь, кусок говна, блядь, ёбнулся, блядь, со самолета, блядь, где нет вообще нихуя, блядь, ёбнулся, сел в машину к зяблу, блядь.
Если бы он не был добрым, тебя, блядь, увезли бы, блядь, ебать, сейчас в жопу, блядь, семеро зомби, блядь. Это что ты, блядь, не то, что было тогда! Я тебе говорю, блядь! Сок, блядь, сука, 7 лет играет, блядь, в эту игру! Не умеет, блядь, даже на парашюте спускаться, блядь, нормально, чёрт, блядь! Это некуда было! Оно никуда не было! Куда ехать туда, что, сука, места не было! Не было оружия в тех местах, где мой персонаж должен был сесть! И то, что сейчас произошло, виноват только ты. Что мы будем делать, когда встретимся через пару дней с тобой? Спрашиваю. Все можно говорить? Нет. Но мы будем пить кофе. В кафетерии или как? Да, закажем американо. Придет официантка и спросит. Вам чай сколько сахара? Ну, мы будем еще там тортик, да, наверное, есть. Да, купим бубльгум. Ну, короче, будем... Ну, отдыхать. Ну, как сказать отдыхать? Просто мы давно не виделись. А ты будешь рассказывать ребятам, что мы еще будем снимать? Или потом по факту? Ну да. Мы будем снимать еще там видео всякое для зяблов. Интересное. Серьезное? Да, очень серьезное. Реально серьезное видео будет... Да, ну зомбы сильные вообще, конечно. Ну, я скажу так, инсайт небольшой, что на этой встрече будут еще и девочки из чата. Даже из других стран. Да. Это такой инсайт небольшой. Не скажу, кто. Ну, зачем же говорить? Не, я не скажу, нет. Дис устроит оркестр одного актера в Лейте Батуа, будет на ней дудеть 2 дня напролет, а Батуа будет делать Диси ковша. Диси не дает ролинка, так хоть от Батуа перепадет. Это спонсор нашей победы. Какая победа, сейчас пизды опять хапните, два долбоеба, бля. Будете опять мыть, бля. Рот закрою. А сколько будет стоить видос, чтобы мы отмудохали пену? О, дружочек, такое на Ютубе запрещено. Да вы охуели, блядь. Заткнись. Терпи. Тебя, блядь, спросить забыли. Да, блядь. Крысу будут давить. Смотри, что делается, сука. Блядь, неужели он встанет и уедет? Ёб твою мать, он что, крутой, сука? Опа. Хорош. Происходит зомбокос. 12 девочек. Там никого нет, судя. Ну, они наверху, там на камешке, наверное, стоят. Ждут. Ну, сейчас они спрыгнут. О, точно, они все здесь. Они вон все сейчас попёрли. Есть контакты, наверное. Валера, осторожно. Валера, осторожно, машина. Брат, всё нормально. Тихо. Осторожно. Один за дерево, вот. И один за дерево. Да ладно, десятка сейчас! Считается! Изичайшая, просто изи. Изи, просто Копенгаген. Мы просто их вынесли, это было сильно. Мы просто даже, ну, не напряглись. Согласись, они вообще играть не умеют. Просто на изи. Легко. Просто я даже не почувствовал то, что они как бы умеют что-то. Они вообще ничего не умеют. Они чисто побеждают, когда им везет случайно. Счастливый Роджер улыбается.
А так они вообще на левик, как да. Фильтр у меня на Ниве. То есть на левик. Япон, короче, они ноль просто. Они играть не умеют. Так вот, поздравляю. Чисто победа, для вида, блин. Валерий, да, блин. Вообще. Да, братишка, поздравляем. Это наша чистейшая победа. Мы выиграли. Мы самые наисильнейшие. То есть мы практически звери. Мы супер, мы класс, мы экстаз, мы крутые. Да, мы лучшие, а они худшие. Да, да, да. А сейчас десятка должна быть, смотря. Молодцы. А сейчас они десятка бились как быть. Львы. Бились как львы, очень сильные. Да, хорошие, они бились ребята, как львы, но умерли как женщины. Осуждаю. Раз, два, я бибу хуяру. Сука. Да не трожь. Иди сюда, сука. Ты что наделал? Иди сюда, блядь. Долбоёб. Осуждаю, сука. Челокос, челокос. О, брат, смотри, не нашутил, блин. Деда, посмотри фото, как мы отмечаем и смотрим. Братан, он не нашутил, он реально десятку скинул, блин. Я буду делать то, что мне нравится. Двадцатку зови, хочешь, ММ. Только постарайся попадать не как обычно. Чего? Какую, где, во что? Bottle Reader, спасибо. Двадцатку за вин? В смысле, еще раз в зомбу? Не, ну смотри, мы, можно, знаешь, как сделать? Если мы выигрываем двадцаточка, а если мы проигрываем, то двадцаточка и со сходки фотка. А! Я понял. Я согласен. Ха! Какой-то чел, знаешь, что пишет в чате? Говорит, тебе жена не разрешила бы привозить какую-то девку. Прикинь, есть такие долбы. Которые думают, что, блин, мужики должны этого спрашивать, во-первых, да. А во-вторых, есть такие, которые реально думают, что я женат. Ну да. Как говорится, в гости с чужим баяном не ходят. Ой, со своим. Правильно? Где так говорится, блядь? А? В Тулу со своим самоваром. А, самоваром. Тебе уже много лет, а все один. Может, ты просто лысый гей? В смысле один? Не б***ь себе один, блин. У меня столько девок, блин. У меня столько девок. Но это не, все равно не означает, что ты не лысый гей. Как бы. Ну, так я не лысый, я нормальный человек. Же. У меня лысина хуя. У меня волос больше, чем у тебя. Я потлатый, кстати. У меня сейчас отросли очень длинные волосы. Я даже подстригать специально не буду, чтоб ты увидел, насколько у меня много волос. Да. Давай тогда порвем шаблон, и фото пены будет в случае победы. Нашей победы? Да. А в чем брекчик-то? Давай, если они выиграют, тогда фото пены, а если мы выиграем, нам, как и обещал, двадцатку. А ну, притормози. Стоп. Стой, не едь. I am sniper. Ну, сейчас они рассосутся. Ну, сука. Не понял. Сейчас. Привет. Ладно, сейчас я лутну, попробую что-нибудь. Тут может что-то будет в ящике. Суперская. Ой, блядь. Как вовремя. Брат, как помощи, блядь, брат, меня выебали. Пиздец, меня выебали, братишка. Блядь, братик. Пиздец, мне ждется, малять. Брат, ты должен драться. Нет, подожди, братишка, уйди, ты дурак. Брат, надо было отстрелять их, а потом реинкарнировать меня. Ну, кашалот. Сука, ты, блядь, специально. Я думал, я закрыл машину и нас. Кого ты там нахуй закрыл? Нахуй ты умер, блядь. Да, блядь, меня выебали, ты понимаешь, сука. Пиздец, бля, минус двадцатка. Все, бля. И фотка пены. Ты подставил меня специально ради фотки пены, чтобы я тебе показал новую пену. Вроде все так гладко начиналось и так гладко закончилось. Что, ну, это... Подожди, может, Bottle Rider... Bottle Rider, еще вторая попытка будет или нет?
неплохо. Случился лысокос. Вторая попытка будет или нет? Хуй ну, до финала. Ну, ты хотя бы попробовал. О, Замба карамба. Очень сильная даже на настройках спасибо для женщин. Спасибо за камбочку. Камбари кинули. Спасибо, братан. Еще будет... Давай за 15. Будет попытка, нет? Или нет уже? Фотка пены и попытка еще одна. Да. О, вторая попытка. Добро дал. Вот такая вот. Это новинка. Вот такой точно не было. Наверное. Вот такой вот. Или была. Но они у нее все одинаковые, в принципе. Была такая? Была, да? Ну а все, значит, других нету. Все. Откуда пены пиджак, мне кажется, это не настоящий фото. А это ему я дал пиджак свой померить. Он типа да, говорит, сфоткаюсь, типа крутой. Я ему свой пиджак дал. Он в это. Он ходит в этом. У него футболка черная с дырками. А я через красную зону еду полностью на пролом. И мне плевать, потому что я не боюсь, господи. Ясно. Блядь. Шо ты далеко? Все, да. Хуй, блядь. Ой, сука. Я рот ебал всех, кто в этой игре участвует! Пидарска, блядь! Ладно, отсоси говно! Чё за хуйня? Почему так произошло? Я не понимаю, блядь, оно же, сука, раз на миллион так приходится, понимаешь? Блять, да я так сто раз делал! Я сто раз так делал, и нормально все было. Неплохая спасибо. Попытка, только Замба сильнее. Ну вот я хочу RM Bottle Reader, братишка, спасибо. Может еще последний раз тогда попробуем? Еще последнее. Может тогда финальный будем раз. Будем по красной зоне ездить, блять. Я хотел просто как быстрее и лучше, ну сука. Может еще батл? Последний, точно финальный. Ну давай, часто один раз. Бату, а что ты так хуй играешь? Почему? Охуел. Нормально? Алло? Ну ладно, что за хуй ты сказал? Да, Вов, они ну, все равно ночи. Слабы. Фух, давай, страшно. Ебать, Вов, звонил, спать ушел. Ты смотри, что он сделал, дварик кинул. Шлюхи вы! В смысле, братик, спасибо тебе большое. Один из самых тупых стримеров, но зато смешной. А, это брак Куплинова, что ли? Походу. Не понял. Да. Да, 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 да. Да, блядь! Ебать, уёбать, сука! Я сел в тачку, понял, нажал сесть, этот хуй меня прям возле тачки схлопнул. Уёбать, сука. Бату, а давай работай, ёб твою мать! Сука, мимолетка отомстила, а! Да, сука, вот это брат. Не, я все, я сейчас играть это не буду, ясно. Кал примятый, сука, ебучая, ебаная, блеха ебучая, сука, лысина мымраная, блядь, нахуй. 5 лет, нахуй я сижу, блядь, играю, блядь, вот стараюсь еще что-то. Этот, блядь, сидит там, блядь, ноги, блядь, песни поет, про клитор говорит, нахуй я на это время трачу, блядь. Я ничего не слышал. Это сейчас он что, сам с собой, что ли? Ты где был? Да, Валера. Что у тебя там да случилось? Кто тебя там обидел? Не понял. А что ты так хуй играл? Ты что, не мог подстраховать меня? Или что, мы команда, или черти что? Не понял. Я тоже не знаю, кто здесь Денис. Вот, пожалуйста, вот на что они способны. С
через неделю в школу, они, да, бог, что делают.